Всем привет, дорогие друзья, с вами снова вновь я, Олег! И сегодня у нас видос немножко такого лайф-характера. Хотя бы только потому, что, во-первых, мне лень записывать звук вот на этот микрофон. Именно поэтому я решил нацепить петличку, которую я хрен пойми сколько лет назад заказывал с Алиэкспресса. Ну, а во-вторых, мне хочется сделать этот видос как можно быстрее. Не хочу париться, лень. Кроссовки? Сегодня у меня на обзоре пара от Nike, а конкретно это Jordan единицы. Они в необычном исполнении. Сейчас я вам покажу. Во-первых, когда мы открываем коробочку, мы видим то, что здесь бумажка, и тут везде номер 23. Это номер, под которым, собственно, и играл сам Майкл Джордан. Вроде мелочь, а приятно. Вот такие вот Джорданы. Теперь, надеюсь, вы поняли, почему я их назвал возможным аналогом Air Force. Хотя бы только потому, что у высоких Air Force там тоже липучки. В принципе, как раз таки этими двумя ремешками они и покорили мое сердечко. Если бы не они, скорее всего, я бы и не посмотрел в их сторону. Причиной, собственно, по которой я решил купить себе новые кроссовки, стала вот эта вот трещина на моих Air Force. Не спрашивайте меня, почему я покупаю белую обувь, несмотря на то, что живу в России. Ответа на это вы не получите. По крайней мере, логичного. Если так посудить, конкретно в этой модели нет ничего необычного, за исключением того, что, ну, чисто внешне она отличается от самых обычных единиц. Помимо того, что одной из основных особенностей является вот наличие таких двух ремешков, полностью заменяющих шнуровку, также здесь еще изюминка, собственно, в самом оформлении свуша. Да-да, если кто не знал, вот этот логотип Nike называется свушем. Он недоделанный. Вы понимаете? То есть он недоделанный. Но, опять же, это придает силуэту этой обуви некой дополнительной изюминки. А некоторые могли подумать, нахрена мне, собственно, Джорданы единицы, если я не играю в баскетбол? Специально для таких людей даю ответ. Дорогие мои, где вы видели, чтобы кто-то сейчас, в 2020 году, на серьезных щах, играл в Джорданах единицах? Это как бы не совсем про амортизацию и удобство для игры. Это в современном мире уже сложно назвать баскетбольной обувью. Это скорее что-то типа лайфстайл. Стоимость данной пары составляет плюс-минус 11 тысяч рублей. Но я их купил на скидках, поэтому они мне достались за 9400 вроде. Они прям покорили мое сердце. Не знаю, кому как, это вкусовщина вкусовщиной, но они мне пиздец как нравятся. Одним из основных недостатков конкретно данной модели является как раз таки то, что это Джорданы единицы. Подошва Джорданы единицы. 85-й год. Микроскопический баллон в области пятки. А вот здесь толщина на уровне кеда. То есть по факту это кеды? Если бы здесь была подошва от Air Force, то это была бы просто идеальная обувь. Но я не могу сказать, что они неудобные. Поэтому если вы будете смотреть видео, как кто-то разрезает Джорданы единицы, и пугаться от того, что там спереди в подошве практически, ну, листочек бумаги, не бойтесь. Конкретно у меня это не вызвало неудобств. Все компенсировала отличная стелечка. Стелька здесь намного лучше, чем в тех же самых Nike Zoom. Хоть чем-то ее и напоминает. Что касательно качества исполнения, здесь в принципе нет ничего необычного. Всем уже давно знакомые неплохие швы Nike. Единственное, что вот в подобных местах при частой эксплуатации обуви все-таки будет очень сильный износ материалов. Потому что, ну, это не особо хорошая работа, когда у нас вот пришит такой вот обрубок, огрызок, хрен пойми что. Да, оно все разносится, растрепается и будет выглядеть не особо красиво. Но у меня это как-никак 11-я пара обуви, поэтому мне не страшно, я их буду носить не каждый день. Как итог, хорошая ли альтернатива Air Force Джорданы единицы? Да, неплохая, но ощущения совершенно другие. Что конкретно мне больше нравится, Air Force или Джорданы? Я не могу с точностью сказать, они просто разные. Это более удобные, чем обычные кеды от Nike с хорошими материалами. Air Force это как-никак для меня что-то родное, в чем я отходил до пизды времени. Так что я не могу сказать, что что-то лучше, а что-то хуже. Мне нравится и то, и другое. Я ни в коем случае не жалею о том, что потратил, ну, достаточно немаленькую сумму конкретно на вот эту вот пару. Хотя бы только потому, что
все окупается моими эмоциями в связи с их внешним видом. Это реально, это что-то необычное. Кому-то может показаться, что это напоминает детскую обувь с липучками. Ну да, по факту оно так и есть, только это высокие Джорданы, при том, что они с липучками. И да, скорее всего, вот здесь вот со внешней стороны рано или поздно появятся заломы на этой коже. А внутри, собственно, сами липучки тоже заносятся. И станут намного хуже клеиться. Но это уже семейное у всех моделек, у которых, собственно, есть липучки. С этим ничего не поделаешь. Также хочу обратить ваше внимание на то, что на стельке изначально был изображен в области пятки Jumpman. Но после того, как я пару раз надел эту пару... Он там стерся. Вы, конечно, скорее всего, этого не увидите, но там только вот его очертания и маленький огрызок его... руки или ноги, я уже хрен пойми. Дайте мне знать, если вы хотите от меня еще обзоры на обувь. Мало ли, вдруг вам показалось это интересным, креативным, пиздатым. Нет. Ну мало ли, на вкус и цвет, как говорится. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, если хотите, чтобы я сделал обзор на инстапампы, которые мне приехали. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и жмякайте колокольчик. С вами был я. Олег!